Сейчас готовлю вот такие вот оладушки. Здесь одна луковица, одна морковка, два яйца и немного муки на глаз. И вот такие вот они получаются. Очень вкусные, кстати. И соль немножечко. Все, больше ничего. И очень вкусно, хочу вам сказать. Обжариваю их с одной стороны, потом на другую сторону переворачиваю. И еще раз. То есть с трех сторон, как бы, получается. Ну, с одной стороны два раза. Так, закрываю обязательно крышкой. Ни соду, ничего не добавляю. Кефир. Можно кефир, конечно, сделать и соду. Но я вот так вот. И очень вкусно, дорогие мои друзья. Пробуйте. Это мое изобретение.